Так, здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста. Начинаем очередную лекцию. Тема сегодняшней лекции – развертывание конфликта. Когда мы говорим «развертывание конфликта», мы отличаем его от трудового спора, от ведения просто спора, правда? Ну вот утром пришел генеральный директор, какой-то цех, хороший генеральный директор, любит приходить, так сказать, к умным рабочим и с ними, так сказать, советоваться, что там получается, что не получается, спрашивать, так скажем, генеральный директор Красного Сормова каждое утро в цех заходит и к каким-нибудь ростовщикам, самым квалифицированным, подходит, и они ему все говорят, все, что они думают. И про него, и про то, что делается на заводе, и про тех, кто у него работает, про начальство. И когда директор приходит потом к тебе в кабинет, вызывает соответствующие службы, он начинает их, так сказать, накачивать. Его уже не обманешь. То есть так очень часто бывает на производстве. Очень часто бывает, что председатель правкома приходит к генеральному директору и высказывает ему то, что ему говорили работники, что вот этого нету, что нет нормальной системы безопасности, или там, что не обеспечены соответствующими средствами защиты работника, или что большую жару не дают, не делают перерывов для того, чтобы передыхали работники, или большой мороз не дают времени для обогрева, или что прекратилась подача там горячей воды, или нет воды питьевой в горячих цехах и так далее, там газированной. Короче говоря, или там долго ремонтируется станок, или станки очень старые, надо их менять и так далее. То есть все эти вопросы, они обсуждаются, и на заводе, на производстве это обычное дело. Обычное дело, при этом это обсуждение не всегда бывает очень простым, оно бывает очень, так сказать, горячим иногда, и споры могут быть горячие, и выражения не очень выбираются. Но надо сказать, что на производстве люди, которые занимаются делом, они после этого, после там такого спора, когда друг про друга что-то ему не очень приятное сказали, никто за собой, так сказать, за пазухой камень не держит, и после этого нормально работают, так сказать, и продолжают, так сказать, товарищи свои отношения. Но это, если речь идет о споре. А если мы с вами говорим о конфликте, то мы его ведь определили с вами, это конфликт отличается от спора тем, что это обострившиеся противоречия, не просто противоречия. Если спор – это просто разногласие, да? Разногласия. А конфликт – это неурегулированные разногласия. То есть никакие разговоры, обсуждения, и раз, и два, и три, и в обычной форме, и в форме полуофициальной или официальной. Потому что зачем это устраивать какие-то официальные переговоры, если пришел председатель правкома к генеральному директору и с ним поговорил? Разве это не переговоры? Это что же переговоры? Но мы говорим, когда о конфликте, значит, речь идет о каком-то вопросе, который не решается. Ну вот, скажем, то, о чем мы с вами довольно долго говорили, это вопрос о повышении уровня реального содержания заработной платы, сейчас не решается на громадном большинстве предприятий. Почти нигде не решается. Максимум, о чем идет речь, что мы вам проиндексируем. Что значит проиндексируем? Значит, мы вам повысим заработную плату до того уровня, который был в прошлом году. С вычетом всего того, что съела инфляция в этом году. Так получается. И сплошь и рядом этим все заканчивается. Поэтому по этому вопросу идут не просто затяжные споры, это вот вопрос, на основе которого возникает конфликт. И в данном случае разрешение ведения этого конфликта, разрешение этого конфликта является позитивным делом, поскольку оно решает проблему действительно повышения уровня реального содержания зарплаты, что записано в Трудовом кодексе в 134 статье. Ну и решает проблему улучшения жизни трудящихся. А главная производительная сила всего человечества – это кто? Рабочие. Рабочие трудящиеся. Вот товарищ станет, а вы просто не выдаете. Тоже знаете, но не выдаете. Вот. А он такой раз, сразу его спросили, он сразу и сказал. А вы думаете, выдам, а потом неизвестно, что из этого будет. Я понял. Партизанский отряд готовитесь. Партизанский отряд готовитесь. Войну наши потеряли одного бойца, его немцы выкрали и
слышу там за линией фронта страшные крики. Там его бьют, истязают. Ну, тогда решили сделать операцию. И ночью несколько разведчиков перешли линию фронта и устроили там стрельбу. Убили охранников и выкрали этого бойца. И вернули его назад. И вот спрашивают, я говорю, как там? Ой, говорит, как? Ребята, как? Бьют больно. Начинают рассказывать, что вот спрашивали, какая техника, какие танки, какие пушки, какие самолеты. И вот он им говорит, ребята, учите технику, так бьют больно. А он не мог выдать, потому что он не знал этих марок, не знал, какая там техника. Как бы его ни били, он бы не выдал ни за что. Вот, так что это самый хороший способ. Если не хотите выдавать что-нибудь, вы вообще не изучайте, и тогда вы никому не выдадите. Так. Второй очень сложный и тяжелый вопрос. Вопрос об улучшении условий труда. Что такое условия труда? Это материальные условия, при которых совершается труд. Что значит изменить условия труда? Это же не изменишь тем, что вы будете молоко давать за вредность. Да? И то вместо молока пытаются дать деньги работодателю. А деньги переводятся на курево. И так, так сказать, вредное производство. И вместо того, чтобы пить молоко, которое компенсирует. Компенсирует вред, не надо так понимать, что он вред исчезает. Вот, скажем, люди заняты на вредных работах, на 10 лет раньше выходят на пенсию. Это что означает, что они на 10 лет раньше выходят на пенсию, а живут столько, как все? Нет, они на 10 лет раньше и умирают, потому что их организм к 50 годам изношен так, как у других, он изношен к 60 годам. Вот у меня, скажем, отец работал в литейном цеху, был сначала слесарем, потом выбивщиком литья, 50 лет вышел на пенсию и через полгода умер. Я его старше на 15 лет. Ну, я наблюдал и других рабочих литейных цехов, это относится к ним почти без исключения. Все они вот где-то в этом возрасте уже покидают. И когда мы говорим, что у нас средний возраст мужчин в стране 59,5 лет, это говорит о том, что есть категории работников, в особо вредных условиях шахтеры, те люди, которые связаны с опасными и вредными там веществами, грузами, или, скажем, в Невинномысске есть работы, которые связаны с канцерогенными веществами. То есть вы работаете, но можете раком заболеть от этого. Вам зарплату платят, но вы можете потом умереть от такой хорошей работы. Поэтому и это производство называется производство меламина. Это вроде как производство нужно для удобрения, для того, для сего, но заодно еще и люди умирают раньше, болеют раком. И таких вредных производств очень много, например, в типографии раньше. Поскольку были старокотливные машины, они устроены так, как вот, так же, как эта машинка, только пишущая, только большая, и отливается строчка. И там как бы отливается она из кипящего свинца. Люди дышат этим свинцом, а потом у женщин, которые там работают, у них уже детей нет. То есть страшное дело. Страшное дело. Или, скажем, кто работает там, где делают заготовки, формы, песчаные такие формы, в которые потом заливают металл. Женщины работают в основном. Или вот я ходил читать лекцию на Балтийский завод. На Балтийском заводе тоже есть производство, которое делает валы и винты. Винты их сначала делают отливку. Потом эту отливку нужно, после того, как освободили от грунта, так сказать, земли, в котором она была, то есть от формы, после их нужно обрабатывать. Обрубка, так называемая. Обрубка, обрубочное производство. Когда обрабатывают, ну, скажем, такими наждачными кругами, которые пытаются все эти заусенцы, которые, ну, представляете, какой должен быть вал ровный, то есть этот винт должен быть ровный, гладкий, его нужно обработать, а он такой неровный, его нужно обрабатывать. Звук такой, что нормальные люди его не выдерживают. Там работают глухонемые. Только глухонемые работают в этом вот обрубочном производстве. Потому что, ну иначе вы будете работать, тоже будете глухонемым. Я однажды был, с лекцией меня тоже посылали по обществу знания, под Светогорск. Это вот на границе с Финляндией. На той стороне финский город Иматра, а здесь Светогорск. Вот под Светогорском, значит, два видел я одно производство. Это каменоломни. Ну, с одной стороны, я видел, как делают гранитную крошку, взрывают гранитные скалы, и там
значит, огромные машины, грузят, значит, экскаваторы на эти машины, эти огромные глыбы гранитные. И вот есть в одном месте такой котлован и огромная челюсть, такая металлическая, туда кидают, в нижнюю челюсть, а верхнюю челюсть прикрывает, и с хрустом этот самый жует эта машина, этот гранит, и оттуда вот потом на ленточке вытекает хорошая гранитная крошечка. Вот. А рядом производство поребриков. Вот вы видели, наверное, если пойдете по городу, есть два вида поребриков. Поребрики бетонные, плохие. Они очень часто рассыпаются, долго не выдерживают. И поребрики, которые сделаны из серого базальта. Как его делают? Ну, во-первых, я видел, как их от скалы откалывают базальт. Вот представьте себе, скала базальтовая, серая. И вот, значит, перфораторами такие, значит, машинки, вручную держат 25-килограммовый перфоратор, вот так. И от него, значит, вращением делается отверстие в этой скале. Одно, потом рядом второе, потом третье, потом четвертое, потом пятое. Когда их делают, метра три проходит таким сверлом длинным. После этого, после того, как они пройдут, после этого туда вставили клинышки. Такие делают как бы небольшие вкладки и клинышки. И потом по этим клинышкам кувалды начинают забивать, забивать, забивать. Звук все выше, 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 выше. Потом раз, и вот такая глыба отвалилась от нее. Пласт такой. И вот если вы замечали на кладбищах вот все эти глыбы, с задней стороны отверстия так и остались. Видно, с передней стороны их обрабатывают, там делают там надписи, а с задней стороны так вот эти отверстия остаются. Вот я это наблюдал, то есть вот тоже работа на свежем воздухе в каменоломне. А есть еще тоже работа на свежем воздухе такая. Вот эти самые поребрики, их откололи, уже сделали поребрик такого же размера, какой надо под поребрик. Ну, надо его обработать. Как его обрабатывают? Не можно скалывать с него. Они обрабатывают его такой горелкой, где под 5 атмосфер бензиновая воздушная смесь идет из этой горелки. Она горит, там температура очень высокая, и из-за того, что очень высокая температура, лопается верхняя поверхность, и все эти бугорки отлетают. Тут вот она так обжигает. А звук примерно такой, что вот, ну, я пытался, человек там, с заглушками на ушах работать, но вот подходишь больше, чем вот на то расстояние, как я вижу, и уже страшно даже подходить, кажется, что здесь звуковая стена, сейчас у тебя все лопнет здесь. А так люди работают целый день. Целый день. Я уже не говорю о том, что можно посчитать, сколько тонн угля нужно выбрать, чтобы погиб еще один шахтер. Они же регулярно погибают. Не говоря уже о других всяких, о том, что у них сколиоз, это болезнь легких, связанная с тем, что угольная пыль попадает постоянно. Ну и вообще это не самое хорошее место для отдыха, если вы возьмете шахту. Короче говоря, я уж не говорю о химических производствах. Я видел товарища из того же Невинномысского азота, у которого было поражено горло, потому что выплеск был, и вот ему горло поражено, или, значит, органы дыхания поражены какими-нибудь газами, которые раз и выбросились. Старое производство. А старое производство означает, старое я имею в виду не в смысле того по возрасту старое, а старое с точки зрения того, что надо бы поменять давно эту технику на более безопасную. А поменять технику – это сложное дело. То есть изменить условия труда – это не просто там что-нибудь выдать в порядке. Там, за вредность вот вам мармеладик, скушайте и будьте здоровы. Значит, для того, чтобы это изменить, нужно изменить технологию производства, нужно изменить технику, нужно сделать затраты. На это идут нынешние хозяева жизни, капиталисты, очень неохотно. Очень неохотно, а без изменения вот этого железа, без изменения самих средств производства, ничего не изменится принципиально в труде. Потому что вот так называемая защита, охрана, намордники всякие, какие людям одевают, потом вентиляторы, которые что-то там вытягивают. Ну, частично вытягивают, частично вы втягиваете и так далее. То есть это все паллиатив. Надо менять производство. А некоторые вредные производства делать автоматическими, чтобы там пускай будет как угодно температура и какая там угодно вредность, и пусть они там железо с железом все это и делают. Правильно? Но переход к этому связан с тем, что труд становится монотонным. То есть надо сначала полуавтоматически сделать операции, когда вы делаете
разделяете труд на такие операции, что это может сделать машина. А потом уже и человека убираешь, потому что тогда можно этот процесс сделать полностью автоматизированным. То есть над этим надо работать. Много на эту тему говорят. Вот сейчас, если вы включите телевизор, вы услышите там про плавающий курс рубля, про то, какое у нас соотношение рубля к долларам, какое соотношение доллара с евро, какое отношение евро с рублем. Ну а поскольку мы тут занимаемся с вами все-таки научными вопросами, надо сказать, что это самое поверхностное явление. Это примерно так, как вы бы днище моря изучали по характеру гребешков. Вот видите, сейчас вот беленькие гребешки, вот они поплыли. Значит, что-то там на дне. А что на дне? А на дне течение в другую сторону может быть, правильно? Может быть такое? И также в атмосфере. Верхний воздух идет туда, вот облака идут туда, а ветер сейчас дует сюда. Потому что вот так идет. Поэтому это вот такое поверхностное, которое характерно для этих самых монетаристов, то есть для таких умственных бездельников, которые ничем не хотят заниматься, производством не хотят заниматься, не понимают, что экономика – это прежде всего производство, они думают, что рынок все решит. Так это вот такой свободный рынок давно закончился. Закончился он в XIX веке. И об этом уже написано в книге Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». Вам я очень ее рекомендую. Она очень маленькая, но она говорит о том, значит, какой перелом вообще состоялся не только в экономике, но и в современной науке экономической, буржуазной. Значит, я мог бы вам также порекомендовать работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Так, но это было бы как бы свидетельство того, кто стоит на марксистских позициях. Поэтому в известном смысле еще более ценным свидетельством является книга вот этого Кейнса. Это известный английский лорд, экономист очень известный, целое направление кейнсианства, который смысл которого сводится к тому, что это закончилась эра, когда рынок чего-то там своими колебаниями решает. Это примитивное такое понимание, что вот, значит, спрос вырастет, цены значит, повысится. Спрос упадет, цены снизятся. И так, значит, вот я в 96-м году, нет, вообще в 92-м году, был на переподготовке в Российском государственном гуманитарном университете. Была, так сказать, не очень, так сказать, серьезным делом, поскольку у меня диссертация кандидатская, применение, называется так, соотношение качественного и количественного анализа марксистской политэкономии. Я эти все модели, которые там рассказывали с красотой, так сказать, я это все знал, и я даже ехидные вопросы задавал. Вроде того, а что вот вы натуральный алгоритм пишете ЛГ, а надо писать ЛН. Или вот, так сказать, маршалианский крест рисует обычно, что, дескать, вот с ростом цены, предложение. Нет, сейчас, минуточку. С ростом цены спрос падает. Вот спрос падает. Правильно? Спрос падает. Вот это спрос, кривая спроса. Да, это все новое, современное, но ничего не пишут. Шутники. А если бы... О, да? Не все новое современное плохое, есть хорошее. Так, а вот видите, это спрос усиленный. А предложение с ростом цены, да? Оно вот так возрастает. И это, дескать, вот точка равновесия. И это вот такие сказки, это маршалианский крест, так называемый. Такие сказки рассказывают людям. Но то, что это сказки, это не очень так сразу заметно, потому что люди как-то завораживают их что-то, когда смотрят на один товар. А если товаров... Сколько товаров в экономике? Десятки миллионов. И как они там себя ведут? Разве так? Это во-первых. Во-вторых, давайте я вам расскажу, как золото реагирует на спрос. Если за золото вырастает цена, спрос на золото падает или растет? Растет. То есть мы с ним сразу, он сразу понял, мы с ним сразу идем. Вы сразу это золото свое добываете, а мы сразу золото получаем. И сидим, ждем, а цены все растут. Мы и другим говорим, давайте. Собираем это золото. И у нас, так сказать, просто идет обогащение прямо на глазах.
Я еще свидетель того, как у нас очереди стояли, на ночь нанимали людей, чтобы они скупали золото утром. Утром приходит хозяин, говорит, все, уходи, я, потому что со спросом, с ростом спроса на золото, с ростом цены на золото, спрос на золото растет. Есть товары, про которые можно сказать, что с ростом цены ничего не меняется с потреблением. Это водка. Ну, сколько есть, столько и выпьют. Поэтому сколько произвели, столько и потребят. Что, неужели, так сказать, это зависит от цены? Нет. И поэтому странные вот сегодня люди, это наивные, там в доме сидят, давайте, говорят, сделаем 200 рублей. И что? Ну, да, 200 рублей будут покупать. Только и всего. Ну, изъяли у людей больше денег, больше ничего. В пользу тех, кто производит эту водку. А водка была отчение дохода. Сейчас говорят, у нас в бюджете мало денег. На что вы водку, которая прямо живой источник дохода, отдали частнику? Только зарплату люди получили, несут ее туда. И стоит себестоимость. Я эту картину хорошо представляю. И мне приходилось читать лекцию на ликероводочном заводе. Лекция была интересная под названием «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». Я им рассказывал по оппортунизму, и мне вынесли потом две бутылки водки дали. Я поблагодарил его, только я не пью. Ну ничего, говорит, вы в деканат там отнесете. Я в деканат отнес. Я думаю, там иностранцев встретили достойно. Там мне объяснили, что при цене 28,70 себестоимость водки 15 копеек. То есть это считайте, что вот продажа водки – это просто изъятие денег. Просто изъятие денег. И вот это изъятие денег, наше да, дорогое государство, отдало бы весь кому. И вот они говорят, ой, у нас мало, да черти где ее производят. А на том производстве, где я был, в ликероводочном заводе, Левиз, там 5 этажей ректификационной колонны очищают, чтобы там кроме этого яда, который называется алкоголь, сивушных масел, от которых люди погибают, не было. И потом они проходят еще после этого соединения спирта с водой, слияние, еще через, не только через эту колонну спирт проходит, но после этого еще через активированный уголь, потом только его запаковывают, и там стоит уже милиция, она уже охраняет валюту. Пошли. А герметичность проверяется так, что переворачивается так, идет такая линия, переворачивается водка. А женщина следит, если какие-то пузырики пошли, она сразу, значит, берет, так, выковыривает эту пробку и сразу выливает водку. Я думаю, что у тех, кто пьет, у них должно оборваться все в душе, когда они смотрят, как вот так вот выливается эта водка. Страшное производство. И первое, что я увидел, когда зашел в наркологический кабинет. То есть, на самом деле, вот я и спрашиваю, там был такой Энтов. У нас профессор читал, я говорю, а что вы скажете по поводу того, что вот у нас цены на мясо растут, а производство мяса что? То есть цены на мясо растут, а производство мяса растет от этого? Нет? Нет? То есть и производство падает. Ну и, соответственно, и спрос падает, все падает. И никакого креста нет. Поэтому это все картинки для маленьких детей. Ничего реального они не выражают. То есть они выражают такие исключительные случаи для таких вот исключительных моментов, когда есть один продукт, там один товар особый, и есть свободный рынок. Где свободный рынок? Где вы видели бабушек, которые продают семечки сейчас? Где? Бабушкины семечки под видом Мартин, там, который на больших кораблях отправляется в любые путешествия, как показывают в рекламе. И казацкие, там, и бодяцкие, и любые вы можете купить. И бабушкино варенье, так вот завязано, перевязано веревочкой в супермаркете. Бабушек всех разогнали. Нет уже никаких бабушек, нет никакого свободного рынка, есть крупное монополистическое производство. Если у меня монополия, то вы купите по той цене, которую я установлю. А если не хотите по этой цене, вы свободны. Ну, походите немножко. Если это такое дело, которое вам позарез надо, вы придете ко мне. Я вас жду и приму с удовольствием. Приходите, пожалуйста, дорогие гости. Давайте деньги, будьте дорогими. Не даете денег, проходите, гуляйте дальше. Смотрите на витрины. Смотрите на витрины, на сцены доступные.
Товары по ценам могут быть недоступны, а цены доступны. И можете даже понюхать и полизать цену. Цены у нас растут или не растут? Растут. Я уже на эту тему говорил. Не растут у нас цены. Ни у нас, ни у кого цены никогда не растут. Их повышают. Не согласны? Согласна. То есть мы должны выработать с вами, товарищи, вот такое зрение экономическое, такое пристальное, конфликтологи. Нас тут не проведешь на мякине. Что вы за конфликтолог, которому можно какую-то лапшу такую дать, и он ее сразу заглатывает? Вы тут посмотрите даже, стоит ли ее заглатывать, лапша ли это, или вас хотят отравить и так далее. То есть как-то надо быть очень поосторожным с этим. Цены не растут, всегда их повышают. А кто повышает? Монопольное повышение цен. Обычное дело. Для империализма обычное дело. Обычное дело. Ну вот с учетом всего этого, когда речь идет о конфликте, а мы с вами рассуждаем конфликт, надо понимать, что на самых ранних стадиях этот самый конфликт имеет такой образ очень благообразный. Сначала, вот когда уже работники понимают, что ничего не собирается делать, начальство, сколько уже с ним не разговаривали, сколько не беседовали, сколько не просили, сколько не обращались, он тогда организовывает официальные переговоры. Чтобы выйти на официальные переговоры, надо, чтобы, если профсоюзный комитет представляет больше половины работников, то есть больше половины работников членов профсоюза, то он может просто написать бумажку генеральному директору о том, что просим начать коллективные переговоры по нашему проекту коллективного договора. Ну, что уж, если уж договариваться по серьезным вопросам по всему кругу, что там мелочиться, правильно? Все равно придется, так сказать, раз конфликт, так конфликтно, чтобы он не был бессодержательным. А то вы, значит, будете конфликтовать полтора года по поводу зарплаты за ноябрь, а уже и второй ноябрь пройдет, и третий ноябрь уже пойдет следующего года, а вы все еще конфликтуете. То есть надо уж брать такой вопрос, который заслуживает того, чтобы потратить на него силы, ну и потом некоторые потери выдержать в зарплате. Потому что если конфликт, то, как говорится, не факт, что вам будут оплачивать какое-то время, когда вы будете бастовать. Потому что высшей точкой конфликтов трудовых является забастовка. Забастовка. Но путь к ней далекий. И он далекий, потому что ее не трудно объявить, но трудно организовать. Если кто-то думает, что вот что это народ не бастует. Вы попробуйте организовать забастовку по тем правилам, которые сейчас установлены. Значит, во-первых, уже мы сразу можем споткнуться по вопросу о том, а если нет больше половины в профсоюзе, пум. С вами, так сказать, бумажку вашу никто и читать не будет. Мне прислали бумажку, а я туда раз ее сразу в урну. Вы спрашиваете, получили бумажку? Получил. Читали? Нет. А зачем ее читать? А вот мы хотим, ну мало ли что хотите. У вас есть больше половины работников в профсоюзе? Нет. Идите работать с народом, чтобы вступали в профсоюз. Я не против вашего профсоюза, я против того, что вы так плохо работаете. Убедительно? Ну, чего вы пришли? Вы не авторитетны. Вы добьетесь авторитета в коллективе, тогда я с вами буду разговаривать. Как бы я с вами разговариваю, как с коллективом. А сейчас вы кто такая? Я не знаю, кто вы. Я вас не знаю. Ну, то есть, лично вас я знаю, уважаю, люблю. Но, как представителя коллектива, я вас признавать не могу. Идите и работайте. Но есть, и это дает нам право, трудовой кодекс, такой фокус, что вы создаете второй профсоюз, другой, вот вы создадите. Три человека надо набрать. Три человека всего. Сейчас можете создать. Сегодня. Вот три человека. Раз, написали протокол, что вы создали профсоюз, там голубое солнце. Ну или ясное небо, как хотите назовите. Это ваше дело. Избрали вас председателем, конечно. Вы в центре сидите, вы заместитель, а вы казначей. Три человека. Казначеем лучше всего быть. Пусть они несут взносы, а вы посмотрите, как ими распорядиться. И все. И регистрация не обязательна профсоюзных организаций. Не обязательно. Потому что обычно вот сразу начинают те, кто сделали профсоюз, приходят и начинают, значит, регистрироваться идти. Шум поднимать. Не надо шуметь. У вас три человека, кто вас будет слушать. Вы создали и работаете. В чем смысл вашей работы? Набрать людей, чтобы это была сила. А что, три человека – это сила? Ну, если вы представляете себе конфликт, вот, скажем, ну кто, вот вы еще можете со мной конфликтовать? Вы можете со мной конфликтовать? Пока нет. Если совсем буду уже там такой с палочкой, что вы меня дунете, я упаду, тогда вы можете конфликтовать. А сейчас пока еще нет. А вот вы уже можете со мной конфликтовать. Правильно? То есть мы должны к конфликту подойти, что это же противоречие, борьба, противоположность. Какая борьба, когда силы не равны? Значит, надо собрать
отмобилизовать для этого коллектив. Это очень тяжело. Потому что, скажем, что такое забастовка? Когда больше половины остановили работу, это забастовка. А если меньше половины остановили работу, то это что? А, это вы не работаете? Прогул? Сейчас вы прогуливаете? Вас уволить. Вы не работаете? Вас уволить. Вы тоже не работаете? Вас уволить. Вот и все. Тогда это никакая не забастовка. Поэтому вы рискуете. Если вы не смогли так организовать, что больше половины остановили работу, ну, извините, вы просто прогульщики. Я всегда думал, что вы это прогульщики и дебоширы. Но и прогульщикам, и дебоширам на нашем предприятии места нет. Не забывайте, у нас единоначалие. Производство требует единоначалия. Это все признавали. И Ленин признавал, и все марксисты признавали. Если вы будете на кого-то ссылаться, то я вам тоже сошлюсь. На кого хотите. Что дома вы как хотите себя ведете, а на производстве будьте добры исполнять трудовой распорядок, как положено себя вести. Поэтому, значит, как решается эта проблема? Эта проблема решается на этом этапе. То есть это организация работников в такую силу, которая может вообще что-то отстаивать. Если это неорганизованная масса, то ничего она не может отставить, она может ныть, она может каждый раз рассказывать, как нам плохо живется, какой у нас плохой начальник там, или хозяева плохие. И вот вечно этим нытьем, и так они, такая была песня, нас побить хотели. И по поводу этого есть стихотворение. И так они противно выли, что и вправду их побили. Вот, так если будете ходить и ныть, вот, ну, то это ни к чему не приведет. То есть, и должна быть организация. Значит, надо создать второй профсоюз. Увеличивайте свой, создайте второй. Два профсоюза могут образовать единый представительный орган, тогда он имеет право представлять коллектив. Даже если в них, в обоих, в одном 5 человек, в другом 7 человек, вот эти два органа, читайте внимательно. Чем отличается юрист от неюриста? Юрист это читает, он смотрит не просто, что там написано, а как это использовать в своих интересах. Если я, так сказать, на вашей стороне, то я буду доказывать, что она специально скромно одевает одежду, чтобы вы не могли считать, что она, так сказать, вот такая и такая и сякая, а вы, тем не менее, напали на нее и прочее, прочее. В общем, я вас защищу, чтобы хорошо. Теперь я не переживаю. А? Теперь я не переживаю. Не переживаю. Это доверенность надо мне дать, она денег стоит 700 рублей. Вот только не переживаешь, у вас стипендия 1405, по вашей же информации. Как не переживать? 1407. О, ну так я вас поздравляю. Вы на эти 2 рубля можете сейчас закатить пир. В автомате там, по-моему, ничего нет, только на 2 рубля внизу. А, ну можно кусочек сахара попросить на 2 рубля. И 2 кусочка. 2 кусочка, и так сказать. Хорошо. Шикануть. И вот мы с вами, значит, создали такой профсоюзный орган. Это значит, что он должен делать? Прежде всего, он должен заручиться поддержкой громадного большинства работников. Правильно я рассуждаю или нет? Или идти к начальству бузить? Если вы будете ходить бузить к начальству, начальство найдет средства, как с вами тут разделаться. Поэтому вы, если вы слабые и маленькие, то что нужно думать о том, чтобы стать большими и сильными? Верно я рассуждаю или нет? Ну так надо куда идти? Вверх, по начальству или вниз, к народу трудовому? Вот вы идете к народу, и с чем вы идете? Вот с тем, что я говорил. Вот вы все получили коллективный договор. Вот я бы всех вас попросил из него выбрать самое лучшее, с чем вы могли бы пойти к народу, если агитировать за такой коллективный договор. Резюме. Сколько должно быть страниц в этом вашем резюме, чтобы народ вас не погнал палками с длинной такой книгой? Это я вам могу всучить как студентам, поскольку вы тут народ подневольный, у нас тоже начальник, университет государственный, деваться некуда, впереди зачет. Раз вам это, и вы... А вот вы, если к народу пойдете, вы что можете написать хорошего такого? Что есть хорошего, что вы людям сказали, что вот выступайте, поддержите этот коллективный договор, потому что для вас будет это и это. Хорошо. Можете такое сделать? Вот это я просил бы всех и сделать, и прежде всего ваш мозг молодой над этим должен поработать. Что там есть такого хорошего, что, с чем можно пойти, это и делали. Это и делали люди, которые организовывали подготовку к тому, чтобы этот коллективный договор был принят. Потому что прежде всего нужно было заручиться поддержкой громадного большинства работников, всяких разных. А есть плохие люди, есть хорошие, есть... Ну, таких людей, которые не хотят улучшения своего положения, вроде бы и нету. Поэтому, если вы не можете сказать, что будет лучше, не что на какой странице написано, это никого не волнует.
А что будет в жизни хорошего, если вот будет принят такой коллективный договор? Можете такое резюме этого коллективного договора написать? Вот это вот самое надо из всей вашей вот мыслительной работы, которую вы хотите проделать сейчас, с оценкой договора, вот это бы какой кусочек сделать, было бы очень хорошо. Правда? То есть что надо про него сказать, чтобы него люди поддержали? И что дальше? А дальше надо идти куда? Ну, идти надо по коллективу вашим, так вот, всем вам троим, и казначею, и председателю, и заместителю. На второй профсоюз можете не надеяться, вам он и не нужен. Вам он нужен для того, чтобы, так сказать, оформить, что вы от двух профсоюзов создали единый представитель органов. Там сидят такие люди, которые будут подписывать все, что вы будете делать. А им что, вы все сделаете хорошее, они на вашей спине будут ехать. Что плохого? Поэтому они вас будут поддерживать. И не рассчитывайте, что когда речь идет об инициативе в борьбе, что кто-то будет вырываться впереди вас. Если бы так было, никто бы никогда никаких революций не делал. Потому что революция делается... Вот, это вот так вот делают революционеры, которые у нас есть революционеры, я видел, как она отсюда уходила, Маша. Революция делается так, что есть какая-то инициатива положительная, не отрицательная, что мы против кого, а положительная, за что мы. И если бы люди ждали других, вот я буду вас ждать, когда вы начнете, вы будете ждать меня, когда я начну, а я буду ждать ее, когда она начнет, и все мы застынем в ожидании. Поэтому начинает всякое дело один, ну, два человека, три. Поэтому не бывает большого количества тех, которые начинают, которые вовлекают в борьбу. А, скажем, Суворов своим девизом взял такой девиз, что врагов не считает, их бьют. Но он не такой же дурачок, что он просто брал и начал, поехал один бить. Он формировал, конечно, сначала армию, готовил ее. Добивался и смелости, и отваги, и не отрывался от своего войска. Итак, вы идете с этим вот листом, с проектами, лучше их помножить, чтобы можно было там в цеху, в отделе оставить этот проект и эту бумажечку размножить так, чтобы она, ее можно было зачитать. Вот вы выдали эту бумажечку, проводите собрание. Вы придете в рабочее время, вас выгонят и скажут, что вы мешаете работать, будут вас наказывать, что вы болтаетесь по чужим цехам. Так? Так. Значит, что надо сделать? Когда надо войти? Я могу прийти во время обеда и проводить собрание? Вот вы можете, не спрашивая меня, проводить собрание вот здесь сейчас? Сейчас можете? Mm-hmm. Нет. А во время перерыва? Mm-hmm. Вы вообще никакого, ни ректора не должны спрашивать, ни председателя Совета Министров, ни президента России. Владимир Владимирович Путин, уважаемый, да? Вы можете выйти, пожалуйста, собрались вот здесь и проголосовали. Мы вот за такой проект. Можете проголосовать? Вот обязательно нужно проголосовать в поддержку того проекта, который вы собираетесь отстаивать всем коллективам предприятий. Почему? Потому что работники – коллективисты. И когда придет генеральный директор на собрание и станет их увещевать, они вспомнят, что они же это голосовали, а они вот как-то... Ну, редко кто из нормальных трудящихся, если он занял позицию, что он ее поменяет, потому что пришел директор. А если у него ни голосования не было, то есть вы себя не связали определенной позицией, да? То, значит, вот было у вас одно большинство, потом директор с ними поговорит, он скажет, это вам вот она всю голову мутит, я знаю. Вот. Чего вы тут все время мутите воду здесь, в нашем коллективе? Вот, пожалуйста, я с ним спрашиваю, они довольны. Работает директор. Посмотрите, спросите. А вы недовольны, вам премии не будет, а вам будет премия. Я вас штрафовать не буду, просто им зарплата будет повышена, а вам не будет. Вот и все. Почему? Потому что я решаю, кому давать премию. Почему у них 1407, а у них 1405? А вот потому что вот вы тут вот думаете, вы сели на первую парту, так вам будет 408. Нет, там люди скромные сидят, они поэтому за скромность больше получают. Всегда можно объяснить, все можно объяснить, то есть человек, поднаторевший в всяких словах, он может какую-любую ерунду объяснить. И люди слушают, думают, да, так красиво говорит, если верят. А в политике и в экономике можно верить? Вот Ленин говорит, тот, кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый дурак. Я прочитал, обиделся. Давай дальше читать. Потом читал, я все до конца прочитал, все 55 томов, и нашел только второе высказывание такого рода. Тот, кто в политике или экономике верит на слово, тот круглый идиот.
На этом я успокоился. Больше других вариантов нету. Нету. Потому что обманывают постоянно, все время. И вы видите, что у нас существует такая статья в Уголовном кодексе. Злоупотребление доверием, мошенничество называется. Дескать, вот вы мне доверяете, как можно вы в экономические вопросы? Да, кстати, дайте мне до завтра вот этот ваш планшетик. А вы завтра придете и скажете, так вы же сказали до завтра. А завтра будет завтра. А вы каждый раз приходите сегодня. Ну, и все. И каждый раз. Мы же с вами договорились, до завтра. А вы опять меня спрашиваете. Вы поняли, что такое до завтра? Ну. Тем более, все слышали, что до завтра он брал. Число же не было обозначено. А слово «до завтра» – это называется «гнать зайца». Все время можно так. Так. Это, конечно, длительная работа такая. В обедный перерыв голосуйте. Теперь второе. Ведь надо будет на конференции принять. Значит, надо делегатов на конференцию избрать. Значит, вот какой-то оргкомитет, вот этот маленький, должен определить норму представительства, допустим, от 51 человек. Или от 41, или от 21. И второе. Нужно принять решение, чтобы этим самым делегатам поручить отстаивать эту именно позицию на конференции. Правильно? Вот, значит, для того три вещи надо решить. Первое. Одобрить вот такой-то проект. Б. Второе. Значит, избрать таких-то делегатов. И третье. Поручить им на конференции отставить такую позицию. А конференцию дату можно, пусть она будет позже. Запишите, тут не надо таких вопросов. Ну, уже дата известна когда, чтобы ни в который раз не приходить и не сообщать. Вот эту работу надо проделать. И заручиться, вот скажем, может быть, у вас уйдет на эту работу месяц-полтора. Не знаю, может, два. Кто знает, как быстро делать такую работу, пусть скажет. Некоторые считают, что чтобы родить вот за один месяц, надо собрать 9 женщин. Вот. Ну и пока вроде идея светлая, но еще ни разу не реализованная. Поэтому так и здесь. Быстрота, как известно, нужна при ловле блох. Вот как только вы это сделаете, эту работу, и у вас большинство будет на вашей стороне, вас не три, а вы эти три человека, которые представляют за спиной вас, будет огромный коллектив. И вы приходите к этому. Директор говорит, Иван, Иван Петрович, вот тут мы тут своим маленьким умишком пораскинули, тут написали какую штучку. Вот проект коллективного договора, вот его резюме, чтобы вам долго не читать. Вот если вы это не готовы подписать, то и все. А если нет, то и нет. Мы завтра зайдем. Завтра заходите, говорит, подойдите, через неделю мне дайте хоть. Ну хорошо, через неделю зайдем. Дошли через неделю? Не, я такого никогда не подпишу. Ну, ему надо думать. Ну, тогда мы вам должны сообщить, что вообще вот это уже позиция коллектива всего. Таких вот директоров, которые выступают против коллектива, они долго не задерживаются, как показывает практика. Вот нам известно. Нет, по нашему заводу еще неизвестно, а по другим заводам известно. Что если они с коллективом не находят контакта, хозяева их убирают. Так? Но это уже пошел такой разговор, не совсем мягкий. Короче говоря, тогда вы идете к себе, пишите бумажечку. Уважаемый там Анатолий Петрович, в соответствии со статьей такой-то Трудового кодекса предлагаем начать коллективные переговоры такого-то числа, потому что он через 7 дней после вашей поступления бумажки к нему обязан это сделать. Обязан. И уклониться не имеет права. Поэтому спрашивать его, будет он с вами разговаривать, не будет, вам вообще не надо. Просто мы ему предлагаем. Предлагаем, а это предложение, от которого нельзя уклониться. Пишите ему, со своей стороны мы для участия в переговорах выделяем 1, 2, 3, хватит? Сколько надо еще? 4? Сколько надо вам? Ну, 4 человека. Ну, так, чтобы не грустно было там с ним беседовать. 4 человека, а то они нагонят там директора по режиму, директора по финансам, юриста, первого заместителя генерального директора, будут массы давить. А вот тоже 4 человека сидят. И просим их в соответствии с этой статьей освободить от работы с оплатой по среднему на срок до 3 месяцев. Закон позволяет. Некоторые вот ругают трудовой кодекс, говорят, вот он такой, сякой, буржуазный. Нет, ну во-первых, чего ругать вообще то, что есть? Вы хотите к большему перейти? Ну, если вы хотите к социализму можно перейти только от буржуазного строя. От феодализма дороги не лежит к социализму. Поэтому, если вы вообще не умеете тут ничего, так сказать, найти в нем положительного, у вас тогда нет ничего такого положительного, из чего может вырасти и социализм. Правильно? Он как? Откуда? Он сейчас будет все минус, потом прямо тут плюс появится.
кувырком, что ли, вы перевернетесь? Вверх ногами. Поэтому смотрите, это же тоже достижение трудовой кодекса. Это же что такое трудовой кодекс? Это достижение, полученное классовой борьбой работников за все годы до вашего существования. Поэтому относиться к нему не надо так скептически. А вот его приняла буржуазная там, дума или совет. Ну и что? Ах, как она могла его не принять? Если бы она не приняла его, то, так сказать, она бы чувствовала, что, так сказать, она не удержится. Поэтому это тоже результат определенной классовой борьбы и таких вот сражений. Скажем, тот проект Трудового кодекса, который сейчас, родился в борьбе с проектом Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии. А за проект Фонда Рабочей Академии авиадиспетчеры устраивали голодовки, а докеры устроили в Москве грандиозный митинг около Думы. И когда через него, через этих людей, через этот митинг проходил Жириновский, одна бабушка дала его палкой по голове. И он воздержался при голосовании. Так что это все имеет свою историю. А правительственный проект пропал. И проект 8 профсоюзный пропал, и проект Московской городской думы. Ну, пропал в смысле того, что нисколько не собрал, там еще мало. И яблочный проект, в котором детям до 8 лет, до 120 часов в год работы, тоже пропал. И Митрофанова, этого самого ЛДПРовский, тоже пропал. Два проекта только шли. Комиссии Слизки в итоге и вот проект Фонда Рабочей Академии. И поскольку проект Фонда Рабочей Академии раньше шел, то он, так сказать, все время на них наступал такой вот, так сказать, заставлял менять, изменять, приспосабливаться. В итоге мы получили очень неплохой трудовой кодекс. Очень неплохой. И тот, кто просто вот облыжно его ругает, делает большую ошибку. Надо всегда находить вот в том документе, с которым вы имеете дело, а что есть положительно. Допустим, вам написали письмо ругательное от начальства. Как надо писать ответ? Вот вы. Вам написали, что вы такая, 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 перетакая, такая, ничего не будем, это. Что надо написать? Уважаемый Иван Степанович. За что-то можете его похвалить? Спасибо вам за критику. Да не за критику, спасибо за ответ. За ответ, спасибо. Ну, ответил же вам, мог бы не ответить, сказал. А он ответил вам, значит, он вас уважает. Спасибо вам за ответ, за то, что вы нашли время откликнуться на рассмотрение наших предложений. К сожалению, в данный момент, как мы понимаем, вы еще не согласны их принять. Что значит в данный момент? Ну, то есть вы додавите его, он должен уже понимать, поэтому в данный момент. Ну, надеюсь, что в перспективе, при более тесном общении с коллективом, вы поменяете свою позицию с уважением, такая-то, такая-то, раз такая-то. И что плохого? Что плохого в том, что вы это скажете? Ну, это никто не говорит, что конфликтовать – это обязательно вот враждовать, кричать друг на друга. Чудо не выглядишь, мама. Да все не обязательно так говорить. Это очень тяжело, потому что хочется что-то человеку дать по голове, а ты говоришь: «Здравствуйте!» А вот вам придется, может, кому-нибудь защищать дипломную работу. Или, не дай бог, кандидатскую или докторскую. Вас обольют грязью с головы до ног. Вот я учу аспирантов, как надо отвечать. Вас облили с головы до ног грязью. Но облил вас какой-нибудь профессор, которому не понравилось вообще, что вот он думал, что он один это все знает. Оказывается, и вы это знаете. И вообще, он чувствовал один, а тут вы пришли, и моложе, и красивее, и хотите тоже такую же иметь степень. Вот он вам и сказал, а вы должны что сказать? Вы уже правильно, на правильную дорогу встали. Вот. Особое спасибо профессору такому, который мне уделил особое внимание моей работе. Вот. И его ценные замечания будут предметом моего внимательного рассмотрения после защиты моей работы. Что я не только сейчас, вот, а я в дальнейшем буду их обдумывать, а я убеждена, что они принесут мне пользу. Какую пользу? Ну, чтобы не связываться с такими больше. Там, мало ли какую пользу они принесут, ну, что полезно же. Я что-нибудь неправильно сказал? Или что-нибудь тут неправду сказал какую-то? Все правда, правда? Так и делал. Я так вот здесь выступаю всегда. Всегда очень хорошо воспринимаю. А если я сказал, все это чушь, то, что вы говорите, полная чушь, гадость, выкинуть надо все это ваше, кто меня будет слушать? Вот у меня был подопечный,
который я здесь защищал докторскую, я был оппонентом официальным. И он там написал, что у нас уже постиндустриальная экономика. Ну, мне надо было критическое замечание написать, я все-таки положительный отзыв дал, но не так, чтобы его утопить. Я сказал, ну вот это все, это хорошо, то хорошо, но вот нельзя согласиться, что у нас уже постиндустриальная. Ну, не вся промышленность разрушена. Пост – это же после. После. Нет, еще кое-что осталось. Поэтому это слишком такое пессимистическое описание той действительности, которая у нас есть. У нас много чего разрушено, но не все. А пост – это, знаете, как пост, постиндустриальное общество. Все. Только остались одни мобильные телефоны. У вас завод не работает? Нет, не работает. А у вас есть? Нет, уже давно не работает. А у вас тоже не работает? А совхоз там был? Нет, уже ничего не выращивает. И мы все перезваниваемся, у нас информационное общество. А кушать что будем? Идею колбасы. А забивать будем идеи молока. И опять же, хотите похудеть, спросите меня, как? Красота. Значит, итак, первая задача в развертывании конфликта – это на свою сторону привлечь большинство. А вернее, это большинство вам не надо на свою сторону, это его сторона, это не ваша сторона. Это вы же выражаете интересы этих работников, правильно? Надо, чтобы работники свои интересы осознали. Осознали, это осознание было выражено в документе. Этот документ называется «Проект коллективного договора». И в резюме этого документа краткое лапидарное выражение этого же самого. Вот вы это сделали. Вот теперь вы можете прислать бумажку, вот то, о которой я говорил, и садиться на переговоры. В чем смысл этих переговоров? Значит, вы получили 4 человека возможность целыми днями ходить по бригадам, ходить в любое время, раньше только в обеденный перерыв, им все разъяснять, растолковывать, объяснять, что никто просто так, запросто, потому что мы посидим и поговорим, и расскажем, никто не будет. И после каждого заседания приходить, вот заседание у вас будет 2 часа в неделю, и хватит. Не надо увлекаться переговорами, разговорами. Вот вы пришли ко мне и хотите у меня из этой самой прибыли изъять 1,5 миллиона, ну, грубо говоря, правильно? В этом смысл. Я очень просто. Я посмотрел ваш этот самый проект договора, экономисты мои посчитали. Вы хотите, чтобы я отдал вам кровных свои 1,5 миллиона. Так вот, дорогие мои, этого не будет никогда. И мы можем с вами еще, сколько у нас осталось до конца 3 месяцев? У вас руки не разучились это работать? Нет, пока еще? Нет? Пока нет, да? Ну ничего. Короче говоря, пейте вот минеральную воду за счет работодателя. Беседуем. Поэтому, ну кто думает, что вот, так сказать, вот так на переговорах, за счет разговоров, можно получить повышение уровня реального содержания зарплаты, улучшение положения в условиях труда и в других вопросах, но это просто наивные люди. Наивные. Мы, вот кто такие конфликтологи? Это уж, по крайней мере, не наивные люди, да? У нас от конфликтологов требуется, чтобы даже чтобы они надпись от подписи отличали. Их вообще ни на чем не проведешь, ни на какой мякине. Тут ко мне философы на прошлой неделе сдавали, которые у меня курс пересдавали Маркс, немецкая идеология. Правда, такой работы нет у Маркса. Маркс, Энгельс есть, но это я не могу добиться, чтобы в расписании написали. И в ведомости не могу добиться. И даже мне в трудовой договор написали, что я читаю курс Маркс, немецкая идеология. Хотя у Маркса такой работы нет. Есть работа Маркс, Энгельс, немецкая идеология. Ну вот они пришли и вот, так сказать, тоже демонстрировали то же самое. Я говорю, а где подпись? Подписи нет, конечно. Ну, философы. Ну, где вы увидели таких вот ученых, которые не знают, где это подписывается? Ну, для философов ладно, они могут там сковороду надеть на голову, как профессионалы, теоретики. Но мы тут здесь конфликтологи, тут мы должны быть зубры в этом деле. Короче говоря, понятно, да? Это я вам зубы заговариваю, чтобы вы знали, что этого не будет, ничего вы это не получите. А вы говорите, ну, а вы должны сказать, накинуться на меня? Нет, а вы должны сказать... Да нет, Михаил Васильевич, да нам думается, вот мы верим в вас. Мне кажется, что вы же разумный человек. Вы, так сказать, обязательно так сделаете. И что вы думаете? После хорошего проведенного коллективного трудового спора, заканчивающегося забастовкой, так и будет. Поэтому, что ж, если вы уверены в победе, уверенность в победе, фактор победы или нет? Да. Кто говорил так? Наполеон.
И Ленин за ним повторял. Вера в победу есть фактор победы. А если вы выходите на борьбу, на конфликт и говорите, ну, ничего у нас не выйдет, нас уволят, всех отгонят, пойдемте со мной. Кто с вами пойдет? Не знаю, может, если вот вы, может, пойдете вы, а эти уже не пойдут. Они вот от нас отделились уже, видите, вот, специально сели, дескать, мы с ними ничего общего не имеем. Это у вас своя компания, у нас своя компания, если что. Это сейчас у нас мирная обстановка, сейчас все вроде мы заодно, а тут начнется. Короче говоря, вот во время этих переговоров, какая главная задача при развертывании коллективного этого самого трудового конфликта? Задача вторая. Вот на этом этапе, когда у вас 4 освобожденных работника, которые зарплату получают за это, ходить во все коллективы и разъяснять, и добиться того, чтобы это было не просто мнение и слабая поддержка, чтобы это было убеждение каждого. Чему вы должны убеждать? Что вам придется, не думайте, что мы на переговорах что-то решим. Мы на переговорах ваши парламентарии, ну, как бы меньшие балды. А кто большой балда? Это вот коллектив. Вот это большой балда, а это меньшие балды мы. Мы ничего не можем сделать. Мы приходим, говорим, вы знаете, мы бы с удовольствием бы согласились бы с вами. Но мы ходили в бригады, они нас вот убьют, если мы с вами согласимся с этим. Мы вообще люди маленькие, тихие, но там люди настроены ужасно. Они могут и вас убить. Мы-то вообще за вас. Вообще мы за вас, любим вас. Ну, во всякой борьбе хитрость военная вообще. Вот берите пример с Владимиром Владимировичем. Говорит, где вы форму такую взяли вот этих вежливых людей? То есть, говорит, в каждом магазине продают в военном торге. Ну, действительно, там много чего продают. Чего там только не продают. И он прав. Вот я, например, взял, купил себе в военном торге вот такой паспорт продают Советского Союза. Хороший. Рожденного в СССР. Я в самом деле в СССР рожденный, тут ничего нет, я 45-го года. Хотите там купить флаг Советского Союза? Хотите, что хотите? Хотите натовский флаг? Хотите натовские эти самые, может, шорты купить и ходить тут весной? На зачет придете? Я это учту. А вы хотя я в качестве протеста. Поэтому сейчас вот говорят, вот там вы, Россия, говорит, ничего, Россия никуда не вмешивается. А в России есть российские войска на Украине? Да или нет? Нету? Или есть? Нету. Войска это кто такие? Это бригады, полки, дивизии, армии. Есть? Нету. А если вы добровольцем поедете, вы разве войска? Нет. У нас люди просто едут в отпуск, военные. Ну, кто в Турцию, кто в Испанию, кто на Украину, на Россию, едут в отпуск. Вдруг смотрят на границе с Донецкой и Луганской Народной Республикой, стоит танк. Пустой, заправлен. Вы что пешком идти? Ну, если вы бы умели быть, водить танк. Ну, вы сели бы, да и поехали. Видимо, у нас танков много, и не знают, куда их расставить просто уже. Как-то надо избавляться от них. Правильно? От старых моделей. Ну, вот они стоят вдоль границы, но на нашей стороне. Александр Михайлович, у меня лекция, перезвоню. Ну, можно поставить там, где хочу? Поставили. Вот их много стоит. И системы ГРАД стоят. Много чего там стоит. Потом этим же вот предлагали проконтролировать конвой. Они не хотят. Ну, не хотите, мы и так поедем. Раз их просили, два просили. Потом сами виноваты. И все очень грамотно. Вот. С точки зрения вот такого конфликта, никакого конфликта нет, мы их любим, уважаем, ни с кем не конфликтуем. Ну а добровольцев, пожалуйста, у нас русские, вон сколько в правом секторе там, что не знаете? А у нас там и на Луганщине, и в Донецке есть и представители французских, да, и испанцы там есть. Вот мы в Испании тоже помогали против Франка бороться, разве не было такого? Вот когда говорят, они не пройдут, это значит, они прошли как раз. Ну, там участвовали мы в этом деле, участвовали, Советский Союз. Так что, что-то такого нового. А что, где-нибудь вы не обнаруживаете во всех других районах, там во всяких конфликтах есть и французы, и англичане, и американцы. Тут, поэтому на этом языке, ну, нечего тут даже и спорить, ну, невозможно. Войск нет, а добровольцы есть, они везде есть всегда. Как, какой конфликт, снимаются эти дикие гуси и полетели.
Куда? Ну, а у нас вообще любят отдыхать. Как-то вот любят отдыхать в том месте. Люблю, говорит, бороться с фашизмом. Ну, а что могу с ними сделать? Если люди хотят бороться с фашизмом, что, русское государство советское должно их, и, так сказать, бывшее советское должно их остановить, что ли? Не можем мы останавливать таких людей. А как их остановишь? Вот и все. И во всех конфликтах, это не должно это выражаться в том, что вы начнете друг на друга кричать, орать. Зачем? Ну вот, пришли наши парламентеры к Паулюсу, когда был большой конфликт, Сталинградская битва. Так, в котел Паулюс попал. Сколько там было? Тысяч? 1300, наверное, да? Ему говорят, ну, Герр Паулюс, сдаваться надо. Как вы? Не хотите ли сдаться? Ни за что. Мы никогда не сдаемся. Ну, как хотите. Ну, много погибнет народу. А мы не боимся. Мы будем стоять до конца. Ну, хорошо, ушли парламентеры наши. Уже в них не стреляют, потому что будешь стрелять? Ты не стрельнешь парламентеров. Там было еще стрелять уже по этому котлу. Стала прорываться часть группировки. А ведь котел это не значит просто окружить, значит, надо там на окружении держать еще мобильные такие группы, могучие кулаки, механизированные, которые, значит, те, кто влезает, их, значит, загоняют обратно. Ну, какая-то часть прорвалась, остальные не прорвались. Все. И по ним устроили артиллерийский огонь. И они потеряли 100 тысяч человек после этого. Потом приходят опять такие же скромные, вежливые люди от советских войск к Паулюсу. Давайте мы это закончим этого. Ну какой смысл вот вам? Ну давайте мы вас сейчас всех убьем. Вот мы захотим вам жизнь сохранить. Давайте мы вам достойно, так сказать, и звание у всех у вас сохраняется. Вы идете нам в плен и все живые. А сейчас вы все сдаетесь на условиях капитуляции безоговорочно, и все. Чего, да мы всегда за это были. Да мы просто. А что вы раньше? Ну, раньше у нас всякие мысли были, так мы это обсуждали, мы посмотрели на развитие событий и решили, что вы правы. Вот и все. И что? И сдались? Сдались. Ну а как, а не было, что ли, капитуляции Германии? Была, когда по ним устроили такую. Рейхтаг взяли. Как там, как не сделать капитуляцию? Бесполезно сопротивляться. Только погибли бы люди, и все. Так. Ну вот надо понимать, что всякий конфликт, он хотя разные конфликты бывают, очень острые, но они все построены по этому же самому принципу, что если вы хотите мирно победить, мирно, на вашей стороне должен быть перевес сил. Ну вот, а как может быть перевес? Вот вы ходите, работаете с кем? С бригадами. То, что вы сидите там, разговариваете там раз в неделю, два часа, ну это разговор такой, это перекатывание мяча. Не надо к этому относиться серьезно. Вот если вы даже у их убедите, кто там сидит, они же, эти люди, получили очень строгие инструкции, которые сидят. Если ты вот согласишься с этими оглоедами, то ты больше тут не работаешь, так? Уволить какого-нибудь инженера-технического работника или замдиректора легче, чем уволить рабочего. Потому что рабочего надо целую процедуру, а я вот этот раз и все. И что, он будет судиться, что ли? Да никто не будет судиться. Все, до свидания, он пойдет в другое место. Прошло 3 месяца. Какой итог? Ну, мы же с вами взяли конфликтную ситуацию. Конфликтная в чем состоит? Да в том, что какими разговорами эту проблему не решишь. Что убедить вас, что так хорошо, вот я даже не берусь при всем, так сказать, образовании своем, даже степенях, убедить вас в том, что 1407, как нам разъяснили, это много, я не берусь. Вот кому-нибудь другому объяснить, что это слишком и так и много. Дворкович выступал, вице-премьер, я сказал, а зачем, надо сделать вообще стипендию не платить. Сам он получил, видимо, бесплатное образование, как и я. Ни копейки на это не затратил, стипендию получал. А теперь он вице-премьер, он может сказать, а зачем этим студентам давать? Ну, я вот возмутительное такое высказывание видел. То есть вот кого-то он может убеждать, но как убедить студентов, что вам не надо повышать, я не знаю. У меня это нет красноречия. Потому что есть интересы экономические. Экономические интересы состоят в том, чтобы сделать хотя бы прожиточный минимум. Ну, прожиточный минимум, чтобы вы не умерли. Это нормальные требования? Что вот я лично, как профессор, поддерживаю, чтобы студенты не умерли, идею. Как вам эта идея? Хорошо.
А почему я его поддерживаю? Думаю, если они умрут, так я же где буду преподавать? И меня выгонят. Я, может быть, вообще, так сказать, там, о вас ничего не думаю, я даже о себе думаю. Но если люди считают, что нужно студентов держать на уровне ниже, чем прожиточного минимума, так это смерть вообще, высшая школа. Ну хорошо, вот эти студенты, вот так, как, из кого будут потом идти кандидаты, доктора, профессора? Ну, если не будет, из кого? Ну, не надо потом, дескать, мы уже, вы профессора теперь, а вы уже не нужны. Ну, хорошо, мы профессора, потом нас не стало. И что? Все? И прервалось на этом нить? Их таких вот безголовых руководителей очень много. И с этими приходится конфликтовать. Но если конфликтовать, из этого вовсе не следует, как мы с вами говорили, что нужно кричать и говорить, что вы такую глупость несете? Надо обдумать ваше предложение. Чем вы руководствуетесь? Наверное, вы хотите сэкономить для повышения зарплаты депутатам Госдумы, а то у них 250 тысяч. Да, наверное, надо на студентах сэкономить, подбавить, и 257 сделать. Правда? Хорошо будет. А вам-то что это 7 рублей? Это просите вы? Это не то, не все. Давайте откажемся от 7 рублей. Каждый студент откажется, нет, не хочет. Нет, чтобы было обсудить всероссийскую, откажемся от 7 рублей. И сразу повысят стипендию, если бы начали собирать и отправлять в Думу. Отдельными переводами по 7 рублей каждый студент. Ну не можете по 7, по рублю отправляйте. Короче говоря, вот этот второй этап закончился. Какой результат будет? Будет у вас протокол разногласий. Вот тут у вас должно быть полное согласие, что вот согласие в чем? В том, что вы подписали такой протокол, что вот одна сторона хотела вот этого, требовала, а вторая возражала. И каждая сторона может свое обоснование поставить сюда. Это ее дело. Вот левая сторона ваша, правая их. А если у вас возражает она против, пожалуйста, левая ваша, правая наша, нам все равно. И в конце подписи под протоколом. Если вдруг даже до того дошло, что и другая сторона не хочет даже протокол подписывать, ну подпишите свой протокол, он такой же имеет силу. Вы все равно пишете, что вот у них позиция такая, у нас такая. И вы ее документируете. Закончился документ. Совсем недавно еще Трудовой кодекс содержал положение о том, что составление протокола разногласия является основанием для начала коллективного трудового спора. На всякий случай это выгнали, выкинули. А законодатель, на всякий случай. Если вы хотите спорить, ну, сначала соберите конференцию, мы посмотрим. Если вы ее не можете собрать, то нечего и коллективный трудовой спор. Поэтому теперь для того, чтобы начать коллективный трудовой спор, надо подготовить требования и собрать конференцию трудового коллектива, и на этой конференции утвердить требования к работодателю. Это вот так может... Это необходимо начинать коллективный трудовой спор. Но начавшимся он будет тогда, когда работодатель, ознакомившись с вашими требованиями, откажется их выполнить полностью или частично, или никак не ответит. Вот если, скажем, вот законодатель предусмотрел, что я вам написал письмецо, а вы так на меня разозлились, что вообще даже не ответили. Не ответили и не надо. Через 7 дней после того, как я, как вы уже получили письмо, считается, что ваше отсутствие вашего ответа является началом коллективного трудового спора. Потому что еще, может, и спора нету. Мало ли, я вам послал сказать, да я согласен всегда с этим. Когда вы поняли, что дело уже идет уже к забастовке. Официальный коллективный трудовой спор итогом имеет забастовку. Поэтому а зачем мне это надо? Я уже понял, что вы там уже всех такую работу проделали. Я согласился. Ну, немножко договорился, давайте все-таки вот не так, а вот немножко вот так. А вы пойдите на уступки, и вы немножко пошли на уступки. Из любви ко мне. Вы же любите меня, правильно? Давайте немножко поменьше это. И мы, так сказать, и я вас люблю, давайте так вот сделаем, чтобы все было хорошо, тип-топ. И мы сделали тип-топ, потому что мне эта забастовка совсем не нужна, потому что это подрывает мой авторитет в деловом мире. И от меня могут уйти заказчики, сказать, что я буду связываться, я ему закажу, а у него будет забастовка, и мы ее потеряем. Зачем я другому закажу? Зачем ты нам нужен такой? Поэтому уже угроза забастовки уже является довольно сильным средством. Но очень многие работодатели не верят, что она будет, раз пока не поверят, они не соглашаются. Дальше. Значит, что вы должны сделать на конференции,
которая утверждает требования. Ну, во-первых, вы требования должны... Вот вам это резюме, которое вы сделали, очень пригодится для этого. И, во-вторых, вы можете требование, допустим, такое, вот, принять проект в такой-то редакции, предложенный правком. Хорошее требование. Вот требование. Хорошее, комплексное, большое. И вот вы такое требование выставили, 4 человека направили. Уже, могут быть, другие люди, другие. 4 человека были лучше, те такие люди, на которых трудно давить. На кого трудно давить? Вот докеры всегда рабочих ставят. Почему? Потому что дальше трюмы не опустят глубже. И по этому поводу даже, то есть надо понимать, что экономические интересы там, какого-нибудь начальника, инженера можно снять? Откуда вы снимете еще рабочего? Есть по этому поводу такой рассказ шуточный про колхозного пастуха, Тимох его звали. Приезжает старый рассказ. Приезжает первый секретарь райкома в село, колхоз. И вот этот колхозный пастух Тимох узнал и говорит жене: я ему приду, я покажу, что он не там сено сгноил, там крыша не покрыта, там дорога не сделана. Жена испугалась: ты что, это же первый секретарь. Ничего, говорит, я все равно пойду. Тогда я с тобой пойду. Она пошла его защищать, на всякий случай. Муж все-таки. И вот тот, значит, отчитался, первый секретарь, хорошо. Потом встает Тимок и давай распекать этого первого секретаря. И так, и сяк. Она его жена тюргает: ты что, это первый секретарь? А он говорит: отстань, меня с Тимка не сымуть. Ну куда его снимешь? Куда его? С какой должности? Ну, говорит, в такой должности находится пастух. Куда его? Дальше коров. Куда тебя пошлют? Никуда не пошлют. Поэтому, когда вот мы экономически разбираем, кто твердость может проявить, твердость проявляет не потому, что человек такой вот просто твердый. Но надо, чтобы он был неснимаемый. Вот, скажем, у нас вот звание у всех преподавателей неснимаемое, еще ни у кого не сняли. Вот, скажем, если меня выгонят с работы, то у меня будет звание останется профессор по кафедре экономики и права. Я буду в гардеробе работать. Вы приедете, там табличка такая: гардеробщик, профессор по кафедре экономики и права по крупных областей. А должность у меня будет гардеробщик. Еще у меня есть звание доцент по кафедре управления и планирования социально-экономических процессов. Пойду туда, какую-нибудь в школу менеджмента. Все-таки там гардеробщик должен быть с управлением связан, правильно? Это же процесс социально-экономический, снять пальто, повесить. Но в отношении должности, у нас вот сейчас, если раньше раз в 5 лет проходили наши перевыборы, то сейчас каждый год. На всякий случай, чтобы вы знали, что вы там сейчас преподаете, надо разобраться. Какие у вас работы, сколько в скопус, сколько должна наш бюджет заплатить за публикацию в американских журналах. Интересно, сколько американцы получают за публикацию в Рязанском журнале. Вот мне всегда это очень интересно. А мой коллега Владимир Григорьевич Марахов, заслуженный деятель науки, спрашивает нашего заведующего: Алексей Михайлович, а это не санкции? Вот это, что мы должны где-то публиковаться, черти где? Не у себя, а черти где публиковаться, это считается. А это как бы не считается. Тем более, что ни Ньютон ни в каком, ни Скопус, ни в этом, ни в веб-сайенс не публиковался. И Гегель не публиковался. И Платон, и Кант. В общем, это люди все, они бы у нас ни черта, никакой доплаты бы не получили. Если бы они, попадись они в наш университет, не получили бы никакой доплаты. Много интересного у нас в нашей жизни. Но мы должны видеть хорошее. Все равно у нас хороший университет и хорошее обучение. В целом. И в частности хорошее. Но у кого нет недостатков? Есть такие? Прошу выйти сразу, потому что это обманщики. Так, вот второй этап мы с вами рассмотрели. Значит, второй этап, задача второго этапа вот, – подготовить такую конференцию, чтобы на этой конференции дружно проголосовали, дружно избрали забастовочный комитет. Забастовочный комитет уже избрали. И, соответственно, утвердили требования к администрации. Также освободить этих людей, они обязаны освободить.
Работодатель обязан по закону, значит, ко всем просьба или купить, или через интернет прочитать это все, как делается, там все написано. С оплатой по-среднему вот эти четыре человека, вот они будут готовить забастовку, а их обязан оплачивать по-среднему работодателю. Но мы знаем, что он из средств работников их оплачивает, на самом деле. Работники все создают, все богатства. Поэтому не будем предаваться иллюзии, что это им прямо работодатели из своего кармана их содержат. Но в свой карман в это время он получает уже меньше, правда? Зарплата идет, работы меньше. Те вот четыре человека, они работали 3 месяца, вот эти 4 человека уже не работают. Теперь, значит, там для того, чтобы объявить забастовку, нужно строго установить, с какого числа она будет проводиться. Никакого, а с какого. Вот если вы напишете в бумаге, что уведомляем, что забастовка будет проходить такого-то числа, она уже завтра уже будет незаконной. Но это дело следующего, следующей конференции. Это следующий этап. Когда вы выдвинули требования, и работодатель их не принял, то есть принял, но не согласился с ними, или просто не ответил вам, начинается третий как бы этап. Вот смотрите, первый этап у нас был вот таких разговоров до официальных. Второй этап – официальных переговоров. Третий этап – это уже коллективный трудовой спор. Он предполагает проведение примирительных процедур, предусмотренных законом. Так идет разворачивание. Значит, первая примирительная процедура так и называется. Примирительная комиссия. Работодатель издает приказ. В этом приказе он указывает освободить таких-то, кого вы предложили. Кого вы предложили? Никого он предложил. От работы, с оплатой по среднему, на срок до 3 месяца, на время проведения примирительных процедур. Вот эти люди, которые участвуют в примирительных процедурах, не могут быть подвергнуты никакому взысканию во время коллективного трудового спора по закону. А за что их взыскивать? У них работа теперь общественная. У них работа с оплатой по среднему организовывать забастовку. Чего такого? Какие тут могут быть претензии к ним? Никаких. И вот идет эта работа, примирительная комиссия. Она может быть не менее чем недельный срок, а более, пожалуйста, если стороны договорились, хоть сколько угодно могут примиряться. В течение этого недельного срока, на 3-й день после начала работы примирительной комиссии, может быть проведена предупредительная забастовка продолжительностью 1 час. Может быть, что я бы никому не советовал делать. По одной простой причине, что забастовку так трудно сделать, что можно эту забастовку часовую завалить, потому что еще забастовочный комитет еще без года недели, он еще ничего не подготовил. Как будем бастовать, что будем делать, все ли к этому готовы? А у вас получится, что кто-то вышел на работу, кто-то не вышел на работу, кому-то надо платить деньги по кредитам, поэтому мне говорят, нужно заработать, я не могу. Кто-то вышел сверхурочно, кто-то вышел в выходные дни и так далее. Короче говоря, здесь вот, может быть, ералаш, поэтому, да и никто из работников и не идет на эту предупредительную забастовку, потому что это может быть полный провал. Поэтому надо сидеть и спокойно рассуждать о примирении. У вас есть протокол разногласий, и надо искать, какой пункт из этого протокола разногласия можно изъять. Может быть, это и получится, потому что уже нависает забастовка над работодателем. Нависает. Правильно? А раз она нависает, то, может быть, по каким-то пунктам уже начнется схождение. Там пункт А и пункт Б, или пункт 1 и пункт 3, может быть, удастся согласовать. И уже в этом протоколе разногласий по окончании работы примирительной комиссии будет там не 20 пунктов, а 18. Это разве плохо? Хорошо. Уже наступает время, когда и работодатель должен задумываться о забастовке, и работники. Вот вы задумывались, товарищи, о том, что такое забастовка? Кто скажет? Слышали такое слово? Все слышали? Скажите, что такое забастовка? Вот у нас там есть галерка, они думают, что если они сядут на последний ряд, то я до них не дойду. Дойду. Скажите, пожалуйста, что такое забастовка? Программный отказ. А? Отказ, да. Отказ работы с целью получения каких-либо благ. О, видите, как вы сформулировали.
Просто забастовщики – это нахалы. Добровольный отказ от работы с целью получения каких-либо благ. Вы что, хотите мой автомобиль забрать? Дачу мою? Дворец, который у меня на островах? Может, и три острова хотите получить? Никогда. Нет, я хочу увеличить свою зарплату. Ну, так вот, где-то ближе к труду, а вы, конечно, каких-то благ размахнулись. Это первое, что есть в вашем выступлении дефектного. Второе, что есть в вашем выступлении дефектного, это полное... или частичная остановка работы. На втором я делаю ударение. Вам обязательно полную остановку работы делать? Нет. Не обязательно. Зачем вы? Вот в Иваново начали бастовать. Разрушается текстильная промышленность. Ну, они все бастуют. Бессрочная забастовка. Полностью все отказались от работы. Ну, что, они не работают. Хозяева разорились. Производство остановилось. Все. Кончилось. Можете бастовать, можете не бастовать. Нету больше вашего завода. И что дальше? Чего хорошего? А частичная отличается от полного, в частности, тем, что вот если вы частично только прекращаете работу, приостанавливаете работу на какое-то время, да, или частично на какое-то время в течение рабочего дня, это означает, что ваше рабочее место не займут гастарбайтеры, которые тут как тут у вас. Сразу их приведет работодатель, говорит, вот и хорошо, идите гуляйте, у меня будут работать вот эти. Это раз. Штрихбрехеры, в качестве которых могут выступить эти гастарбайтеры, сами того не подозревая. Штрихбрехеров на Западе пускают на предприятие, выстраиваются и не пускают их на завод. Забастовщики стоят и говорят, идите отсюда, пока целы. Ну, допустим, вот, ну, палки нехорошо держать. В Греции, например, носят такие знамена, такие вот толстые такие древки. И такие коротенькие знамена на них. Они по краям демонстрации идут, я видел. А полицейские это видят, они когда их видят, они отворачиваются. И те идут дальше. А кому хочется такой палкой получить? Это не то, что у полицейских палки резиновая, это деревянная палка. Другими словами, это дубина. Ну, такая она как бы видит флажка. Флажок-то я могу взять на демонстрацию? С тоненькой такой древком могу? Могу. А с таким могу? А с таким тоже могу. Ну, то лучше не подходите ко мне сильно. Не ругайтесь со мной. Опыт забастовок за рубежом говорит о том, что со штрихбрехерами ведется борьба. Хотя, по закону, вообще говоря, не допускать на рабочее место вроде как и нельзя. Ну, так не надо создавать ситуации, чтобы туда и шли. Если у вас частичная остановка производства, частичный отказ от работы на один час. Бесполезно туда везти, правильно? К вам на рабочем. Бесполезно. Не надо провоцировать работодателя. Вы своими такими ответами провоцируете работодателя на всякие конфликты. А мы же конфликтологи. Чем меньше конфликтов, тем лучше. У нас большой конфликт. Мы на мелкие конфликты не размениваемся. Правильно? Зачем? У нас все тихо, мирно, хорошо. Мы беседуем. Мы убеждены, что работодатель обязательно правильно нас поймет и так и сделает, как мы просим. Ну, требуем. Ну, это как бы просьба. Мы уверены, что он сделает. Так, вот. Таким образом, есть уже у вас понимание забастовки. Она витает уже в головах. Но заканчивается примирительная комиссия. После примирительной комиссии законодательство требует провести такой этап, который называется... приглашение посредника. Вот я думаю, если бы вы бастовали, вы бы меня предложили бы посредником. Почему бы и нет? Вот я сейчас был в трудовом арбитраже, кандидат экономических наук, профессор по кафедре экономики и права, почему бы мне не быть у вас посредником? Да? Поэтому время от времени мне звонят и просят быть посредником. Например, дальневосточный докер. Я им сразу объясняю по телефону, что я-то не против. Но дело не в том, что мне придется далеко до вас лететь. Вот этим летом я летал на Дальний Восток как раз, в порт Восточный. Но почему вы думаете, что ваша администрация дорогая так прямо сразу согласится, чтобы какой-то, кого вы предложили там, меня, что она согласится, чтобы я был у вас посредником? Да 100 раз вы будете доказывать, что он независимый, объективный и так далее. Но если вы его предлагаете, значит, это уже подозрительно, правда? А вы, неужели вы согласитесь с тем, кого предложат
ваша дорогая администрация, чтобы он был. Они скажут, да он полностью объективный. Вам только нужно согласиться с тем, что он все решает. Поэтому я вам докладываю, что я не знаю ни одного случая, может, кто-нибудь еще и знает, чтобы кто-нибудь таких дураков не нашлось, ни одного, который пригласили бы посредника себе на голову, и чтобы этот посредник действительно участвовал в разрешении спора. И хотя у нас тут рассуждают про медиаторов и так далее, это больше сказки. Я имею в виду, вот в случае трудового конфликта, это больше сказки. Если мы с вами так перекидываемся, спорим, то медиатором и я могу быть, и вы можете, кто угодно. А если речь идет о таком конфликте большом, ясное дело, что доверяться тому, кого предложила противоположная сторона, нельзя. Поэтому и таких и не бывает. Но если вы не оформили, не дай бог, вот этот этап приглашения посредников, то есть ваша бумажка о том, что вы предлагаете работодателю посредникам такого-то, а работодатель, если он не сделал этого, он тогда виноват, он нарушил процедуру. Вот если вы это не сделали, то вы сделали юридическую ошибку, и когда начнется забастовка, ее суд объявит незаконной, потому что нарушена процедура. Поэтому вот у вас должна быть папочка, в которой этот этап приглашения посредника описан в бумагах. Такого числа послали, ответ получили, они это послали, ответ получили, и оба сошлись на том, что наш посредник вам не нравится, ваш посредник нам не нравится. А так мы дружим между собой, не разлей вода. Переходим к следующему этапу. Следующий этап – трудовой арбитраж. Трудовой арбитраж, согласно закону. Чувствуете, как разворачивается у нас трудовой конфликт? Прям разворачивается. Трудовой арбитраж является обязательным этапом в том случае, если стороны договорились выполнять его решение. Причем трудовой арбитраж уже не может формироваться из работников и представителей работников, и представителей работодателей. Представители работников одного человека предлагает, но не из своего коллектива. Работодатель одного человека предлагает, но не из этого, не из администрации, кого-нибудь из другого места. И государство, третье лицо, обязательно участвует в виде представителя службы по разрешению коллективных трудовых споров. Три человека. Вот он, тот самый конфликтолог, появляется здесь в виде этого самого такого государственного лица. Вот товарищ Котлобаев, который у меня был дипломником, был начальником на кафедре экономики и права и получил диплом юриста. Он был начальником службы по разрешению коллективных трудовых споров и был руководителем трудового арбитража в порту. Вот было такое дело. Ну, а вообще говоря, служба, она представляет кого? Государство. А государство представляет какой класс? Правящий. А какой у нас правящий класс? Правящий. Работодатели, они же. Поэтому на самом деле никаких иллюзий в отношении того, что вот приедет барин, и барин нас рассудит, тут тоже не должно быть. Почему? Мы уже вступили с вами в конфликт, в котором не аргументы являются средством разрешения спора, а сила сторон, другие действия сторон вот в ходе этого спора. Вот кто выдержит этот спор, тот и выиграет. А разговаривать надо всегда вежливо и по-хорошему, и стремиться к взаимопониманию. Мы понимаем вашу заинтересованность, и вы понимаете нашу заинтересованность. Вы же понимаете, что мы доведем дело до забастовки? Да, понимаем. Почему не понимать? Итак, трудовой арбитраж. В некоторых случаях полезно предлагать вот той стороне, допустим, когда вы уверены в решении трудового арбитража, то вы настаиваете на том, что мы согласны с тем, чтобы ее решения были обязательны. Вот. Но это риск большой, потому что вот там соберутся два. Один арбитр будет точно ваш, а два арбитра будут точно не ваши по позиции. И вы проиграете, и обязательно будет. Сами записали, ну все. Поэтому сейчас, это недавно появилось такое, что вот только тогда создается. Если просто бы создавался арбитраж в любом случае, как этап, то можно было бы его создавать. А сейчас, когда это при условии, что обе стороны согласны, тут трогательное согласие с двух сторон. И одна сторона не соглашается, чтобы его
решения были обязательными. И другая сторона не соглашается, потому что никакая сторона не уверена. Поэтому тут такая же ситуация, как с посредником. След, бумажный след должен быть оставлен. И это тот этап, на котором завершается подготовительная, можно сказать, бумажная работа к забастовке. Впереди снова конференция трудового коллектива, потому что законодатель требует, чтобы вопрос уже о забастовке после проведения всех этих примирительных процедур снова был рассмотрен и решен на конференции трудового коллектива. Это мы оставляем на следующий. Забастовка заслуживает того, чтобы мы ее отдельно рассмотрели. Вы никогда не участвовали в забастовке? Нет, ну тем более это надо нам внимательно рассмотреть. Но не будет нужды, так и не будем участвовать. Но мы должны знать, как это делается. Мы же конфликтологи. То есть мы берем, так сказать, низшие только этапы и высшую точку этого конфликта трудового, какая только может быть. Так, спасибо за внимание. Спасибо. Значит, я так понимаю, вы работаете над анализом, да? Вот особенно вы, я чувствую, работаете очень. Вы громко так сказали, из чего сразу следует, что вы именно... Да, а эти люди не знают, как надо действовать. Они напишут, на самом деле работают. А тут надо было просто прокричать громко и не так уж и стараться. Ну, неопытный народ, неопытный. А это уже опытный конфликтолог. Приятное иметь дело такими. Так, хорошо. До следующего понедельника.